России стартовала регистрация на бесплатный онлайн-проект «Код искусства». Он состоит из трех модулей – живопись, литература и кинематограф. Участвовать могут школьники, студенты, педагоги и родители. В каждом из модулей ведущие эксперты в области искусства проведут прямые эфиры. Полученные знания проверят с помощью тестов. Также слушатели смогут составить карту своего региона и отразить на ней местных искусствоведов, художников или дизайнеров. Первый эфир состоится 27 апреля по модулю «Живопись». Будут занятия по истории, жанрам, видам и техникам живописи, а также по современному искусству и массовой культуре. Все участники получат сертификаты. Кроме того, предусмотрены призы за участие в конкурсах. Ссылку на регистрацию найдешь в описании.